Здравствуйте, уважаемые любители шашек. Сегодня хочу вам показать партию, которую я играл черными с онлайн соперником. Партия получилась достаточно интересная, с почти этюдным окончанием. Давайте посмотрим ее. Я не все буду комментировать. В основном буду показывать партию, ну, и где-то вставлять какие-то заметки. Каждая сторона развивает свой фланг. Я занял поле h4. Соперник напал на мою шашку, но я продолжаю развивать. Произошел размен. Я тоже напал на его шашку. Тоже произошел размен. Я решил немножко разгрузить центр и атаковал поле b4. Произошел размен. Он выдвинул пешку c3 на d4. Мне приходится убирать свою пешку на a3. И что интересно, тут почти, чуть ли не с 10-го хода, мне соперник все время предлагает ничью. Но я отказываюсь. Тут размен идет. Хотя небольшим преимуществом владеют белые. Тут белые занимают поле h6. Я пытаюсь бороться за инициативу. Происходит размен. Идет перегруппировка сил. Ну и тут уже я постепенно начинаю перехватывать инициативу. В связи с образованием вот этой ударной колоночки у соперника появились сложности. Размен. Я постепенно начинаю его зажимать. Он все это время мне предлагает ничью. Ну, тут уже мы своего не упустим. Сопернику приходится жертвовать свою шашку с надеждой на прорыв дамки. Ну, а мы свободно идем в дамки. Он проводит размен. Мы пытаемся задержать его проход в дамки. Отдаем одну свою шашку и занимаем преддамочное поле. Мы нападаем на его шашку. Он отходит. И мы занимаем поле f4. Не дать возможности сопернику поставить свою дамку. Он продолжает идти в дамки. Мы тоже идем. Он занимает поле a7. И тут мы ставим свою дамку, и соперник понимает, что он проиграл партию. Спасибо за внимание.